Добрый день, дорогая Валентина Эдуардовна. Счастлив вас видеть. Как ваше самочувствие, как настроение, как дела, как планы, как говорится? И третий раз здравствуйте, дорогой Хасай Магомедович. Очень рада тоже вас видеть. В добром здравии, все замечательно. И очень хочется, чтобы было замечательно и у наших дорогих. И вашу картину специально поставила, чтобы когда вы будете у меня ее забирать, мы, может быть, даже там какую-то вместе точечку поставим, чтобы сделать памятную фотографию. Нет. С нетерпением жду этого момента и все примеряюсь, думаю, когда уже мне выбраться и обязательно с заездом к вам. Так что я думаю, что это должно будет случиться в ближайшем будущем. Будем планировать, во всяком случае, с вами. Вы мне очень помогли в прошлый раз своим советом. Я сейчас уже не буду говорить, не будем отвлекать всех во времени. Мы сейчас говорить будем о том, какой вебинар мы будем делать. Скажите, пожалуйста, что вы хотите посоветовать людям, которые придут на вебинар, о чем мы будем говорить, чтобы они приняли эту полезность. Как и я, который ее принимает. Да, ну мы с вами будем рассказывать, да, нашим дорогим и уважаемым зрителям о проблемах с весом. Не с лишним весом, а с любым весом, потому что, как мы знаем, многие хотят вес потерять и мучаются с тем, что никак не получается, но есть люди, которые хотят вес набрать и не могут его набрать, и такая проблема тоже есть. И вот мы с вами обязательно расскажем о том, почему одни не могут потерять, другие набрать, что нужно сделать, чтобы все-таки достигнуть желаемых результатов, что такое эти желания, результаты, и всегда ли нужно стремиться к каким-то абсолютным значениям. С научной точки зрения объясним, при чем здесь цикличность, да, и почему люди, не учитывая цикличность, никак не могут достичь оптимальных для себя величин. Мы поговорим также о роли веса вот в процессах дезинтоксикации, как это связано с экологией, почему нельзя стремительно худеть, и как худеть правильно, если мы худеем, как набирать вес и чем грозит слишком низкий. Про то, что некоторые люди голодают, и про то, что некоторые люди мясо не едят, и про то, что люди, которые или едят то-то или то-то, мы тоже можем затронуть, да? Мы не просто, мы обязательно постараемся с вами коснуться всех этих тем, потому что, к сожалению, на сегодняшний день существует огромное количество раздробленных, таких фрагментарных, фрактальных теорий о правильном питании, о правильной диете и так далее. Они все совершенно оторваны большей частью от, во-первых, самого человека, от его жизнедеятельности, от возраста, как я уже сказала, от различных жизненных циклов, от места жительства человека, да, от его особенностей, от пола, потому что пол тоже имеет значение, потому что женщина, одни циклы, и женщина, часто вес связан с Извините, Валентина Эдуардовна, вот я недавно Садхгуру слушал, он говорил на видео, что мне так показалось, что нормально ходить два раза в туалет в день. За день, два раза. Разве это нормально? Я думаю, что все индивидуально, два раза в день, это тоже абсолютно нормально. Это говорит о хорошей перистальтике кишечника. Вопросы очень интересные для всех. Да, да. Это, более того, это действительно очень хорошо, когда кишечник опорожняется, вот как сказать, вот регулярно, да, с такой регулярностью, потому что люди часто не учитывают, и мы уже упоминали эту тему такую, она не самая приятная, но о ней важно знать, да, как каловые завалы, например. И мало того, что тут вопрос не только два раза в день, да, тут вопрос уж, раз мы заговорили, затронули эту тему, и объемов, конечно же, да, и все это связано не только с тем, что мы едим, все говорят о питании, диете, кто-то изнуряет себя какими-то тренировками и прочим, да, но мы забываем о том, что... Я себя изнурял красками. Я вот заметил, у меня голос садится после того, как я рисую. Да. Потому что рисую многослойно, живопись интенсивно рисую, потом мою кисточки испарения, да.
короче говоря, целая история. И вот теперь как я вот люблю рисовать, теперь не могу рисовать. Ну, тоже мы это обсудим. Интоксикацию, экологию. Конечно. Человек, потому что люди не всегда понимают, кто их враг. Что их враг. Даже в любимых делах. Даже в любимых делах. Да, вот это очень интересно. Я буду вам очень благодарен, если вы пошире там раскроете эту тему. И, конечно, чтобы все готовили Zoom, чтобы задавали вопросы. Да. Ну, я думаю, что мы этот ролик сейчас выпустим. Да. Как мотивирующий, как предупреждающий, как очаровывающий, потому что они, люди, получат богатейшую информацию из первых рук специалистов. И я там покажу тоже приемы посекундные, которые мне помогают при моем голосе его поддерживать. Когда мне хочется рисовать, не рисовать, помогают мне переключаться на другую деятельность, то есть делать то, чего надо делать, а не только то, что хочу делать. Переключаться. Покажу эти тоже приемы. Мы соединяем наши ресурсы, как говорится, для того, чтобы каждый участник вебинара расширил свои ресурсы. Да, вот это будет здорово. Совершенно верно, обязательно всех этих тем коснемся, тем более, что к лету многие стремятся похудеть, не задумываясь о том, что это надо, опять же, связывать с циклами, да, если мы хотим быть успешными, и опять же, как я сказала, стремительное похудение, вот особенно вы прекрасный пример привели, да, с красками, когда часто вес – это буфер, да, который спасает нас от интоксикации, когда мы накопили каких-то токсинов, и неважно, внутренних или внешних, и они утилизируются же не только почками и печенью, мы с вами знаем, что подкожно-жировой слой играет колоссальную роль в дезинтоксикации организма и в утилизации яда. И когда люди начинают стремительно худеть, это все поступает в кровь. И начинаются тяжелые болезни, тяжелые процессы. Организм начинает компенсировать себя, выходит на плато, потом выходит обратно в тот же вес, который был. Иногда больше набирает. Обратная ситуация, да, когда человек пытается, наоборот, набрать вес, да, а у него организм в силу каких-то других внутренних причин и процессов не дает ему это сделать, потому что он компенсирован. А компенсирует он какие-то процессы, например, связанные с сердечно-сосудистой деятельностью, да, или с функцией кроветворения, с деятельностью селезенки очень часто это бывает связано. Вот мы с вами об этом, обо всем поговорим, подскажем, да, как стоит к этому подходить, как не стоит к этому подходить. Люди очень нуждаются в таких советах, потому что столько много в интернете противоречивых данных, которыми они пользуются. И такая неопределенность, что у всех такой в голове шум. А нужна людям какая-то польза, практическая, конкретная. Поэтому мы готовимся, и все, пожалуйста, друзья, готовьтесь, скоро вебинар. А объявим мы за несколько дней обязательно. Так что готовьтесь. Спасибо вам большое, Валентина Эдуардовна. Рад вас видеть. До встречи. Взаимно. До встречи.